музее булгарской культуры, это типа краеведческий музей. Мы приехали в поселение Булгар. Вот. Здесь такой вот краеведческий музей. В 6 уровнях. Ну, прилично, очень прилично. По такому музею просто приятно походить. Здесь, кстати, есть места, где можно посидеть. И здесь, по всей видимости, идут какие-то трансляции, то есть фильмы научно-популярные, документальные. Интересно. Музей очень высокого качества, с интерактивными досками различными, можно посмотреть разные вещи. Есть залы, где какие-то пласты есть, прямо где культурный слой, где археологические раскопки какие-то. Нормально. Любой город позавидует бы такому краеведческому музею. Здорово. Рунические письма. Если есть раскопки, то есть и закопки. Это кладбище называется.